Приветствую на нашей научной базе. Как спрячешь ствол, будет разговор.
Ну что, подождем еще для гарантии? А вот не хрен лезть, куда не приглашают. Привет, брат. Здравствуйте, молодой человек. Как успехи? Жаль, ребят. Хотелось бы надеяться, что они погибли не зря. Так, давайте посмотрим документы. Очень интересно. Подтверждаются кое-какие мои догадки. Нет, ну просто чрезвычайно интересно. Это отлично, отлично. Это дает нам ответы на множество вопросов. Хотя понадобится время, чтобы окончательно разобраться, что к чему. В данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой. Эти документы – инструкцию по управлению системой охлаждения некоего устройства, которое находится в подземной части комплекса. Вот это да! Какую мощность оно потребляет? И так вроде бы все проясняется. Судя по всему, всплески пси-активности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения. Если мы сможем починить ее, то уровень пси-излучения существенно понизится. Значит так. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над некоторыми деталями. Выдвигайтесь в сторону комплекса. Там как раз находится группа сталкеров во главе с Левшой. Когда вы будете в дороге, я сообщу дополнительные вводные. Уважаемый Левша, у меня есть новые данные. Кажется, мы сможем стабилизировать уровень пси-излучения. Сейчас к вам подойдет молодой человек. У него есть новые инструкции. Да, профессор, ждем указаний.
надежды только на вас. Удачи! Отряд, выдвигаемся! Огонь! К бою! Держи, антигадов! Зажигаем! Чисто! Идем дальше! Пойдем их всех! Антигадов! Зажигаем! Пойдем их всех! Внимание! Бей, ублюдков! На, получай! На, жри, кладем их всех! Получи! Бей, ублюдков! Прикрою! На, жри! Как тебе, сволочь? Мы почти на месте. Повторяю еще раз. Наша цель — закрыть два клапана и перезапустить охлаждающую установку. Двое за мной! Двое за мной! Наемник, твоя позиция на крыше одна. Прикрой оба отряда. Вот так! Наемник, не мешкай! Живей за мной! Кушай, кабина! Мы у клапана. По приказу готовы начинать. Мы на позиции. На
Ну привет, слушаю тебя. Ну, что расскажешь? Ну, рассказывай давай. Здорово. Слушаю тебя. Оружие спрячь. Ну, рассказывай давай. Ну, привет. Слушаю тебя. Да говори уже. Ну, привет. Слушаю тебя.
Послушайте. Так, парень, оружие спрячь. Чайным гостем забрел ко мне, или как? Что, молодо зелено, какая дорога привела тебя сюда? Об этом городе много лет не вспоминал никто. И правильно. Лучше Лиманскую этому и дальше забытым оставаться. А тебе-то туда зачем? Такой, как все. Зона метку на тебя оставила. А вот к добру это или к худу, не скажу. Не знаю. Сейчас все уж не так, как прежде было. Зону трясет. И ты нужен зачем-то. Эх, хоть и не уверен я, что правильно делаю, но тебе помогу. Попасть в Лиманск не так, знаешь, просто. Мост стоит поднятый, а это самая короткая дорога. Да только не единственная. Мост-то что? Мост подняли еще долг со свободой, сразу после большого выброса. А несколько дней назад на другом берегу откуда-то взялись бандиты. И мост этот самый захватили. Выходит, где-то есть тропка неприметная на другой берег. А может и не одна. Большой выброс сильно зону поменял. Были дороги разведанные и безопасные до последнего сантиметра. А теперь там аномалия на аномалии. Зато другие места открылись, где раньше никто и не бывал. Надежных карт пока нету. Я тебе вот что скажу. Время от времени через ПДА слыхать просьбы о помощи из-под самого Лиманска. Стало быть, сталкеры нашли новые дорожки. Только потом в беду попали. Жаль, сигнал шибко слабый. Мало что разобрать выходит. Как я понял, сталкеры стали как запертые. Куда ни пойди, останешься там, откуда идти начал. Однако, если выйдет их вытащить, мы сможем дорогу на Лиманск узнать. Сходи на военные склады. Там на холмах сигнал должен быть покрепче. Как узнаешь, то дай мне знать. Не забывай, старика.
сегодня плестись. Сейчас мы не можем оказаться.
был, сейчас бы толковый решил случайным го... Какая дорога привела тебя сюда? Гляди, какую интересную информацию ты от ребят этих получил. Стало быть, догадка моя верная. Большой выброс не только зону тряханул, но и кое-какие места в баранку скрутил. Не умничай, не профессор, небось. Баранку, говорю. Пространство замкнутое получилось. Куда ни иди, а все время там же и оказываешься. Вот и заперло тех ребят в пузыре невидимом. Все никак выбраться не могут. Ну что ж, это мы уже много чего знаем. Координаты, частоту ихних ПДА. Да и про пузырь теперь представление есть. Я тебе вот что скажу. Пару дней назад я сам в пузыре оказался. Это теперь понятно, что есть такая аномалия новая. А тогда думаю, ну все, поехал чердаком окончательно. Вроде опушка знакомая, куда не пойду, выйти никак не могу. А потом зона мне артефакт подарила. Он мне на выход из пузыря аккурат и показал. Так я его компасом назвал. Только такая беда. Домой шел, а варьё это мне дорогу и перешло. Меня старика отпустили, я им не страшный. А компас вот забрали. Достань мне артефакт этот. Тогда и покумекать можно будет, как наемников из пузыря вывести. Да, координаты нужны, я уж на твой ПДА отдал. Ты подумай, на самой окраине леса лагерь устроили, охламоны. Не забывай старика.
что, молодо зелено? Чего? Какая дорога привела тебя сюда? Даже не верил, что еще раз компас увижу. Вот это тебе спасибо. Значит, дай мне малость времени. Я тогда придумаю, как вывести тех ребят из пузыря. А ты пока подумай, как передать им информацию. Без мощного радиопередатчика тут не обойтись. Слыхал я на базе у военных, что на складах есть такой передатчик. Они с помощью него связь с внешним миром за периметром держат. Его мощности должно хватить, чтоб с наемниками связаться. Когда найдешь передатчик, я дам тебе координаты для наемников. Если они все сделают правильно, так из пузыря выберутся. А там и до моста в Лиманском дорога прямая. Будет кому бандитам у моста перья повыщипывать. Не забывай, старика,